Всем привет, дорогие друзья, с вами Кофе и Бритва, и сегодня мы ставим очередные рискованные ставочки. Всем привет, ребята! Мы уже успели залиться, я поставил, значит, сюда, смотрите, вот эту М-ку, статрек, зирка, М4А4, который стоит, смотрите, число ровно 4-4-4. Ну, знаешь, пахнет немножечко везением, ну ладно, да, я, в принципе, тоже поставлю минимальный процентик такой, да? А сколько будешь ставить, Серега, если не секрет? Я доллар. Доллар? Ну, это нормально, Серега, даже с процентом, понимаешь, даже если у тебя будет шанс процента, то ты даже можешь выиграть, но тут у тебя будет процентов, я так думаю, ну, больше. Ну, слушай, я на эту ставку не залечу, поэтому давай, в принципе, я следующий. Ты уверен, что ты не залетишь? Да, 20 секунд, нет, я не успею, скорее всего. Ну ладно, хорошо, но смотри, у меня процент 40 сейчас, да, ставочка реально была. Оу! Джереми Клейнс. Офигеть, подожди, стоп, смотри, что творит паренек-то. Парниша топит. Ой, вот я, пожалуйста, блин, давай, я тоже забирай, давай. Блин, 14%, Серега, 14. 3200 на кону примерно, да. Примерно, 350, да, если округлять, то 3200, но, не, если округлять, ну, без разницы, блин. Все, сейчас глядечку принесу. Пожалуйста, давай. Ой, так, все, ребят, сегодня реально жесткие ставки такие. Так, и что? И где рулетка? Где у нас рулеточка? Я еще не прогрузил, не знаю. Так, походу. Блин, давай. И у меня. О, понеслась. Все, понеслась. Давай. Олег пролетел. Второй Олег. Тихо, молчи. А нет. Джереми Клейн забирает. Да ладно, вот говнюк забрал 65%, в принципе, Олег, ну забрал, да, весь мут, ну смотри, он поставил два. То есть он сейчас просто поднял косарь. Ясно, понятно, друзья, это... Блин, так, давай еще зальем. Так, мне нравится этот азарт, ребятки. Вещи я специально закупил буквально неделю назад. Когда, как бы, я закупился, да, вещами и ждал ровно неделю, пока... пропадет с них вот такой вот, что ли, бан, знаете, трейда. Ну, то есть, когда вы покупаете вещи в торговой площадке, то есть там дается неделя на то, что вы не можете использовать это оружие. Вот, ну, как бы, меня обмениваться им, да, поэтому я ждал. Смотри, Серега, показывай, что $300 стоит. А на самом деле рублей-то. Так, давай, Серега, ставим М-ку, атом, слав. Я тоже готовлю, да. Готов? Я готовлю свою ставочку, собственно говоря. Ну, сейчас посмотрим, залетит она или нет, просто я не знаю. 50%, 50 рублей это или нет. Даже давай попробуем даже потопить, слушай. В принципе, вещей-то у нас много сегодня, да? Соответственно, мы можем-то и, в принципе, так сказать, затопить даже несколько раз. Давай я даже сразу приготовлю на всякий случай. Так, давай, добавим через браузер. Так, смотри, что у меня какие еще вещи остались. Специально выделил сегодня у нас, значит, на ставочке еще вот 3 USPS-а, вот этих, да, Орион. И еще одну эмочку, атомный сплав и статрек Глилек, вот. И вот, конечно же, это, да. Но я некоторые вещи, получается, закупал через Steam, потому что я продавал пушки, да? А некоторые вещи я там продавал через отец один, точнее, покупал. Там просто дешевле намного выходит, так. И... Так, что там уже поставили? Так, подожди. Ой, опа-на. Я поставил. 63. Подожди, а где ты? А, вот, Серега! Прикинь, ты выиграешь. Ну, 7%. Но сейчас он еще будет меньше, в принципе. Я знаю, что Джереми Клейнс, он вернется. Он должен вернуться. Ну, смотри, да. То есть, когда человек выигрывает, он обязательно возвращается. Потому что азарт, это азарт. Это реально азарт. Это да. Без него здесь никак, на самом деле, друзья. Азарт, он заманивает, блин. Что-то как-то, кстати, ну, пока. Слушай, поставь еще. Еще? Да, подожди. Поставь один Орион, я тебе отвечаю. Давай, знаешь, что, давай не Орион поставлю, давай, может, что-нибудь подешевле. Галил Эко, давай. Галил Эко, вот еще он стоит. Они тут все пушки примерно где-то от 400 до 500 рублей, поэтому... Ну, нормально. Вот, я, в принципе, специально такие заготовил, да, чтобы так... Можно слушать. Ножик, в принципе. О, ну да, да, можно ножик, который стоит вот столько, да, даже ценник не определяется. В принципе, можно поставить вот этот глок. Но я особо, кстати, не хочу с ним расставаться на самом-то деле. Ну, поставь вон тег, я не знаю, там. Ну, у тебя орионов-то много, в принципе. Давай поставим, давай глок. Пока нет, стоп, что там, стоп, что там у нас сколько времени? 2 минуты, ладно, давай поставим глок. Давай, хорошо, все. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Все, окей. И еще давай один заготовим, потому что я сейчас готов просто топить. Готов топить. На минуте, значит, зальем. Давай, выбираем либо Орион, либо... давай Орион, у нас их сегодня много. Да, так, давай вот этот возьмем. Так, немного поношенный. Да, это подарок. Так, стоп, нет, чуть не нажал на предложить обмена. Точнее, чуть не нажал на подтвердить этот обмен. Так, стоп, а глок-то залетел? Глок еще не залетел. Окей, просто ждем.
Ой, Серега, ой, Серега, боюсь. Ну, смотри, еще никто не ставил. А, ты поставил еще глок. Вот, да, еще глок поставил. Мой процент уже, смотри, ваш шанс показывает почему-то 9%, хотя больше. Я хочу твою эмочку. А, ну, Серега, кто ее не хочет, а? Кто не хочет мою эмочку-то, а? О, офигеть, смотри, какие рандомные билеты получаются. Смотри, у тебя с 1 по 45-тысячную, да, получается? Ну, да. А у меня билет получается с 80 тысяч до 87 тысяч. Интересно, ну, это счастливый билет или нет? А у чувака, вон, я вижу, смотри, с 52 тысяч билет, да, до 80 тысяч. И вон у чувака с 44 тысяч до 52. Вот тут же как бы выбирается счастливый билет, да, получается, этих всех. То есть, такой вот диапазон. Ну, блин, не знаю, я думаю, у меня счастливый билет. А, Серега, думаю, конечно, 7... Ну, 6%. О, да. Уже 6%, кто еще затопил? Ну-ка, давай посмотрю, что он здесь поставил. Ясно, поставил 68 рублей, подожди, а у тебя сколько? 63. 63, то и... так, все, сколько там? Минута-то осталась, я что-то профукал-то это время, заговорились-то. Так, ну ладно, я вроде бы должен успевать, мне кажется. Еще, смотри, чувак поставил. Что? Джереми Клейнс. Я говорю, что он проснулся, смотри, 1500 рублей поставил. Вот Эмку он поставил свой вот стат-трек, блин, пожалуйста. 2%. У тебя, Серега, если ты выиграешь, я не знаю. Это будет, знаешь, самый лучший день. Заходил вчера. Сегодня. Да, сегодня уже будет. О, залетел, шикарный, так. Серега, смотри, сколько у меня сегодня, 14%, 10, плюс 3%, 17%, 17% плюс 14%, это уже около 31%, да. Но все равно у Джереми там больше, пожалуйста, так, все. Минута молчания. Все, давай, вот сейчас как рулетка понесется, просто помолчим, вот просто помолчим и вот просто посмотрим, кто же выиграет. Ребята, все, молчим, Серега. Давай. Ё-моё, сколько тут тебя? Меня показывает. Нет, чувак выиграл 13%, да вы гоните. Охренеть, я просрал свой доллар. Джереми Клейнс просрал еще 1500 рублей. Я просрал сколько? Я поставил косарь сейчас, Серега. Ну давай, закидывай, в принципе, по максимуму. Сейчас. Ну, в принципе, да, ребятки. Да, последнюю ставочку. Да, можно? Не, какая последняя? У меня еще, в принципе, много вещей. Смотри, всего у меня еще 4 вещи. То есть еще, в принципе, где-то около на 2 ставочки-то хватит, Серега, хватит. Ой, пацаны, ой, никогда. Вот реально, вот азарт этот... Ой, чё, сразу 2-то Ориона-то начал топить-то, что ж я делаю-то? Ах, ребята, ставлю я, естественно, только ради вас. Ради, не знаю, вашего, так сказать, развлечения, да? Кстати, если сегодня что-то выиграем, то обязательно я это разыграю в группе. Вот просто обязательно, ребят. Если мы сегодня что-то выиграем, то я хочу, чтобы кто-то из моих подписчиков, так сказать, выиграл какую-нибудь пушечку, да? Вот если я выиграю что-то, вот это я обязательно сделаю. Вот. Не все же себе забирать, да, если я выиграю. Ну, да. Oh, doubt. Так, ой, ребята, я еще закидываю ставочку. Ой, ладно. Серега, тоже азарт проснулся, смотрите-ка. Ну, блин, ну это реально будет последний массаж, потому что у меня не так уж много лута, потому что я не такой уж штинодорч, у меня есть всего лишь один ножик, но... Да. Посмотрим. Блин, пацаны, это опасно. Просто ставки, на самом деле, ставить это опасно. Я, знаешь, я вообще в основном скины-то поднимаю со ставок именно вот типа на CSGO лаунже, да? То есть я ставлю там на CD команды, там вот, и в основном я выиграю все оттуда, то есть как бы что есть у меня вещи, что нет у меня этих вещей, я все равно все подниму со ставок. Вот, потому что, в принципе, я разбираюсь во всяких матчах, вот, ребятки, поэтому я ставлю ставки и в основном там выигрываю, вот. Ставлю, конечно, по-маленькому, вот, но когда я выигрываю много, это, конечно же, супер, но... Поэтому, ребятки, те, кто агрится, не знаю, типа, вот, просираю много, трачу на это много, не переживайте, я, как бы, скинов у меня и так много, вот, если что, у меня все есть, друзья, все хорошо, все замечательно. Так, это что такое, вылазит у нас опять такое, что-то не то. Блин, что? Серега, ты будешь топить-то или нет, Серега? Ну, я поставил, ну, видишь. Так... Давай, кстати, ну, не... а что ты будешь ставить, что ты будешь ставить? Ну, я так опять по минимуму там полтинчик. Полтинчик закинул, да? Ну, ладно. Так. Ну, это, наверное, может быть, не знаю, неправильно рассчитал. У меня просто нет этой программы, которая считает денег. А, ну окей, я тебя понял. А, нет, залетел. 75 рублей! О, Серега! Мажор! Я не ожидал, Так, нифига себе, хромкейс стоит 11 рублей. Да, а ты что, не знал, что ли? Давай подешевле тут будет, короче, так, атомный сплав подешевле будет, поэтому, да, это подарок. Сразу заготовим, на заготовку поставим. Итак, что тут поставили? О, смотри, чувак,
111 рублей поставил, да. У меня как бы сейчас... Я не знаю, Серега, ставить вот сюда или не ставить? Или лучше в следующей ставке я просто... лучше поставь сейчас. Ну, просто сейчас... Ну, не сейчас, а за минуту. Да, успеешь. Просто сейчас смотри, сейчас будет взлетать, и, возможно, ты-то и выиграешь. Просто да? Смотри, сейчас... Да. Так, подожди, кто еще поставил? Рисковать, 80 да. рублей поставили. Ну, пока понимаешь, шансов у меня 54%, то есть не особо так-то... не особо я... Блин, не особо большой шкон у нас сейчас. Банк-то вообще маленький на самом-то деле. Но здесь все время залетает вообще как бы под конец. И, кстати, чувак-то выиграл с шансом 4% в прошлой игре. Прикинь, 4%, мы даже этого не заметили. А, нифига, у меня было 2%. Я да? Почти... Ну и прикинь, вот чуваку как повезло. Так, и стоит, кстати, минуты. Я вот не знаю, блин, Серега, ставить, не ставить. Да ставь, Олег. Ну, на самом деле, сейчас... Ты вообще спокойно можешь понять. У тебя сейчас, видишь, процент большой. Сейчас, мне кажется, какая-то еще ставка такая хитрая залетит. Ну, хорошо, хорошо, Серега, хорошо, послушаем тебя. Косарь уже на кону. 39% у меня сейчас шанс. Я еще затопил. Орион вроде поставил. Да, нет, эмочку поставил я. В принципе, сейчас она должна залететь, потому что в прошлый раз я ставил, когда было там 35 секунд, по-моему, 40. И она успела залететь, вот моя ставочка в прошлый раунд, да? Но все равно я просрал. Но сейчас, как бы, блин, есть шанс на то, что я выиграю. И шанс при этом большой. Надеюсь, пацаны, я выиграю просто. 5%. Уже 5. Джереми Клэнс опять залетел. И моя М-ка залетела, и у него все равно процентов-то больше. Он чисто косарь поставил, смотри. Блин. Ну, у тебя же меньше косаря. Ну да. Блин, Паша. Ой, этот Серега, сорян. Ой. Нет. Я как же я это все хочу. А кто ж этого не хочет, Серега? Кто ж этого не хочет, понимаешь? Все хотят этого. Так, давай, вот сейчас понесется рулетка. И опять же, давай, вот просто молчание, да, затаим дыхание, затишье перед бурей. Все, понесла, Серега. А что у тебя? А, уже понеслась. Блин, нет, я не выиграю, у меня нет такого шанса. У меня 3% шанс. А, мне кажется, нет, сейчас. Да ну нахер! Да ну нахер! Блин, 6%, да вы гоните! Да вы 6%. Ясно. Я просто понял, ребята, я все понял. Так, хорошо. Давай, ставь последнюю ставочку, ладно. Да не может быть такого, то что мы сегодня ничего не выиграем. Так, давай, значит, давай Галилайка ставим, Ксатарек. Давай Галилайка ставим. А, ребята. Я вам еще раз повторюсь, друзья. Если я сегодня что-то выигрываю, то я разыгрываю это в группе. Да. Если я это выигрываю, то я что-то разыгрываю в группе. Да, ребятки. Ради вас, только ради вас. Разыгрываю, естественно. Вот, блин. Серега, почему мне не везет, а? Почему мне не везет? Ой, жесть, вообще жесть. Ну как так, я вот реально не понимаю. Так, стоп, кто это залетел, смотри, значит, F18 поставил 61 рубль, я поставил 500 почти, там 400, там не помню сколько, вот, и... Ой, Серега, надеемся чисто на удачу. Нет, мы, конечно, сейчас попробуем затопить еще, давай я сразу, даже сразу заготовлю, да. Вот, сейчас мы сразу попробуем... поставить Орион, ну не сразу, естественно, а в конце где-то, да, потому что я помню, ребятки, в прошлом, значит, под прошлыми ставочками, я помню, вы писали, типа, вот ты дурачок, нужно ставить в конце, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ку-ку-ку-ку-ку, хорошо, ребят, сейчас я вас послушаю и буду ставить в конце, вообще без проблем, все, да, сейчас, в принципе, так и сделаем. Так, на кону, кстати, уже 573 рубля, но это все равно мало, на самом деле, для, не знаю, мало для одной игры, но вот реально все просыпаются под конец. Mm-hmm. Вот, ой, надеюсь, Серега, это вот эту ставку мы должны, как мне кажется, вот эту ставку мы должны выигрывать. Ну, это подожди, еще 2.5 минуты, то есть сейчас еще взлетят ставки. Что ты думаешь? Конечно, сейчас еще будут ставки. Блин, Серега, я не хочу, правда. Я хочу выиграть и пойти уже разыграть, не знаю, со спокойной душой пушечку для своих подписчиков. Блин, ну вот, ай. Не, ну смотри, пацаны-то топят, а ну, по 60 смотри, рублей. Да, я вижу, вон, ставят, поставил сколько, 69, опять это число. Ой, давайте, ребятки, хэштег 69, вот, 642, блин, ну что-то, блин, 2 минуты еще, Серега, смотри, 2 минуты. 2 минуты ожидания. Да. Сейчас просто минута проходит, взлетают бешеные ставочки, собственно говоря, да. Ну и... ты смотри, вот ты видишь это, Серега, просто ты 6%, он просто... Давай посмотрим, подожди, мне вот интересная история игры, посмотри, да? Значит, 6%, 13%, ладно, тут хорошо, 65%, 17%, 70%, 22%, 25%. То есть ты видишь...
видишь, да, то, что в основном-то выигрывают низкий процент, это вот в основном, как мне кажется, да? Так, давай играть, возвращаемся к игре. Так, уже, кстати, 65%, кто еще что-то поставил? Так, 60 рублей поставили еще, смотри-ка. Ты, Серега, ну, пока, точно пока, не пока. Будешь залетать? Не, у меня больше нет дропа. Все пусто. К сожалению, у Сереги больше нет дропа, к сожалению. Вот, ребятки, ну ладно, давайте. Вот, все-таки минутка остается. Смотри, давай, Серега, вот. На 45 секундах мы заливаем последнюю пушечку. Так что, ребятки, ждите. Если мы выигрываем, то мы разыгрываем пушки. Так что вы тоже должны верить в эту победу. 50 секунд. Что-то странно, что никто не залетает. Ну-ка, подожди, сейчас все будет, Серега. Сейчас все будет. Прикинь, там тысяч на 10. Ой, это Серега. Хотя нет, 10 тысяч нет смысла ставить. Ну, здесь реально тут. Тут ничего пока не. Ради чего здесь ставить 10 тысяч? Ради того, чтобы был шанс на то, чтобы проиграть эти самые 10 тысяч, да? О, проснулся! Вот, смотри, проснулся! Тот прошив, дальше. Вот мне кажется, он сейчас просрет. Вот это он просрет. Он зря поступил. С таким дропом пошел катать уже. Да, моя эмочка. Вот, ребят, вот как я думаю, что он просрет. Как вы думаете? Вот пишите в комментариях, как вы думаете, просрет ли вот этот человек сейчас или нет? Ведь кто вот выиграет сейчас вот в этой игре? Вот пишите в комментариях. Если мы выигрываем, у меня сейчас шанс 25%. Так, моя пушка-то залетела. А моя. Олег, тащи. А моя пушка-то не залетела. А ты когда, походу. Походу не залетит, слушай. Ладно, ребятки, 25% шанс. Верим в победу, потому что если мы выиграем, то мы разыгрываем лут. А если нет, то... Ой, ну все, давай, вот сейчас опять понесется у нас, значит, этот розыгрыш, да, точнее, рулеточка. И мы просто затаим дыхание, Серега, мы просто затаим дыхание. Все, Серег, давай. Неужели этот... Я офигею просто, если этот Куин выиграет. Нет, по сути, ты должен. Хотя нет, мне кажется, парень 60%. Да ладно! Да вы гоните! Куин выиграл, да... Ясно, понятно. Мой-то не залетел-то, слышишь? Мой-то не залетел. Не залетел, так не залетел. Так, ну давай тогда поставим на паузу и уже продолжим, когда все вещи залетят. Ну что ж, друзья, последняя ставка на сегодня. Остается просто 10 секунд до начала этой игры. 20% шанс у нас. Смотрите, какие вещи просто на кону. Вот чувак затопил. Поставил около... Ровно косарь, чуть больше косаря. И мы поставили... 445 рублей, и еще раз повторюсь, если мы выиграем, то мы разыгрываем вещи в группе. То есть, все, ребятки, делаем только ради вас. Ну что ж, понеслась. Давай, Серега, мы можем. Олег, тащи, Олег, тащи. 20% пацаны, давай, ну, боже, так, ой. Ну да, ясно. Друзья, ну вы сами видели, это были потные, просто потные ставочки сегодня. Ну не получилось выиграть, не везет, видите, вот... После того, как сколько я на джипа выигрывал, вот реально не везет у меня, что-то не залетает, вот реально не знаю, что происходит. Но, друзья, я думаю, что, в принципе, вещей у меня больше не осталось именно на сегодняшнюю игру, да. Но я думаю, чтобы раз немножечко развеселить, да, чтобы вы не унывали, и мы разыграем какую-нибудь пушечку, то разыграем обязательно в группе. Вот, поэтому переходите по ссылочке в описании в группу, и там будет, в общем, розыгрыш обязательно после выхода этого ролика. Поэтому, ребятки, оставайтесь с нами, подписывайтесь на каналы. Ну и на этом мы все. С вами был Кофе и Бритва. Всем пока-пока. Пока-пока. И уважайте друг друга, друзья, в комментариях. Это самое главное. Удачи.